они могли вспомнить один счастливый день из всей той жизни, которую они прожили, чтобы они смогли оттуда выдернуть этот счастливый день. Да, совершенно верно. Да, поэтому было так все долго. Они шли по ступенькам, да, чтобы потом какую-то одну, когда их уже нет, все, они стали воздух, эфир, чтобы они могли вспомнить, на какой же ступеньке им было лучше. И после этого только они вот с этим ощущением и пониманием, они встанут и будут жить вот этим чувством. Каждый раз, когда будут танцевать этот номер, да. Оно у них уже готово, им не надо вынимать настроение, не надо. Именно. Потому что оно у них тут уже все, с клеймо, изнутри идет. Они встанут и сделают. Да? И я была поражена, когда я поняла, я сначала могла понять, к чему это? Я тебе говорю, я уже и так села, и легла, и книжку почитала, думаю, так, да, 100 лет это, конечно, круто, но когда эти 100 лет пройдут уже? И когда ты их вывела на финишную прямую, да, и сказала, а теперь вспомните этот день, самый с каким лучший. Настроением. Угу. Потому что только с таким настроением можно этот номер танцевать, да. И зал тебе поверит. Да. Потому что ты будешь в нем, у тебя будет... искриться, из тебя пар будет из ушей валить. Да, потому что ты будешь, жизни. Да, танец жизни. Так и есть.